Доброго времени суток, мои уважаемые подписчики. Вот вчера я подразошелся к вечеру, замострячил такую вот изголовье такое кровати. Как всегда, визиточка. Но не без косяка. Еще есть вот эти боковые царги. Так называемый. Накосячила пошвеюшка. Вот мой диван уже упаковали. Единственное, попросили поднабить подушечки. Вот. Но вообще на фабрике, когда делают, их делают по весу. Каждая подушка по весу. То есть поднабить их смысла особого нет. Их бы обработать парогенератором, и весь вот этот синтишар он поднялся бы. Но нету здесь парогенератора. А вот царги от кроватки. Вот передняя. И вот она накосячила, короче. Скос вот 45 градусов. Это передняя. Передний бампер. Это боковые. Вот. И углы разные, то есть на боковых, сзади прямой угол, а она сшила вот так же. И, ну, можно, она говорит, что ты не можешь сделать? Я говорю, я могу сделать, но вы пробовали носок вверх пяткой одеть? В принципе, можно одеть, но неудобно ходить. Так, так же и здесь, как бы. Так что продолжаем делать мебель. Что-нибудь сниму попозже. Спасибо. Так, такое вот кожаное сиденье из двух долей. Это вот внутренности сиденья. Вот швея пошила. Кожа натуральная. Как же быть, кожа не натуральная, не знаю. Вот здесь вот хотел показать. Здесь, значит, липучка. Одевается чехол. И вот это место, чтобы форма держалась, здесь липучка. Вот при приклеивании липучки, вот, короче, пульвер, надо мазать две стороны. Клей такой поролоновый. Когда две стороны пшикаешь, короче, ну, соответственно, мужчины поймут. Крепче соединение происходит. И эту сторону. И эту сторону. Все, чуть даешь. Короче, выстояться клеем пару минут. И монтируешь. Ну вот, липучки приклеены. Вот, потом. Сейчас пока пойду покурю. Они окончательно приклеятся. Проверить краешки. Поджать везде. Вот видите, место. Много клея напшикал. Вот, вот это место надо будет посмотреть внимательно. Все, пару минут, 5 минут клей подернется, и все, одеваем чехол. Вот он, старый чехол. Здесь кожа глянцевая, но она уже вот заплаточки тут приклеили. Кстати, хорошо было приклеено. Вот. Вот результат. Такое сиденье. Можно еще феном погреть. Разойдутся вот эти морщиночки. Вот
такое вот сиденье от дивана. Вот еще это. Ну вот так тут все быстро происходит. Не успел я одеть. Уже прибежали, забрали. Теперь вот кухонный уголок. Тоже кто-то его раздербанил, разорвал. Не знаю кто. Швея сшила. Сейчас будем заниматься этим уголочком. Так, ну отвлекли меня от кухонного уголка. Срочно кроватка, изголовье. Такое. С такими прибудами. Все сзади вот так вот. Все четенько, красивенько. Сейчас. Где-то был стрейч. Стрейч. Вот он. Сейчас будем упаковывать. Уже водитель мчит. Клиенты хотят кровать видеть. Ну, не успел я доделать сегодня уголок кухонный. Я уже дома. Вот так меня встречают дома. Такой ужин. Всем приятного просмотра. На связи. Пока как-то так. Работаю. Всем спасибо за поддержку, за комментарии. Спасибо огромное.